Всем привет! У нас дождь был. Не могу сказать доброе утро, потому что уже пол первого дня. Что я сделала за это время? Приезжала мама Влада с его братом, мы съездили в магазин, хотели найти сапоги, в итоге взяли пальто, сапоги не купили. И я уже пообедала. Нужно было еще сходить в страховую типа компанию насчет машины, узнать, могу я на себя ее переоформить или нет. Но так как у нас пошел дождь, я не пойду. Завтра на работу, а вечером хочу сходить в магазин. Нужно купить хлеб. И все. Вот. Я практически прочитала половину книги. На самом деле очень интересно, мне очень нравится, захватывающе. Поэтому я сегодня сижу дома, ни черта не делаю. Вчера все дела дома переделала. Поэтому сегодня имею заслуженное право отдыхать. Так, сейчас ко мне подружка приедет. Я сейчас вот оладушки делаю. Я знаю, что он такие любит. Вот. Ничего с ним не снимала, ничего интересного не было. У меня что-то вообще температура 37,3 поднялась. Как-то мне немножко это потрясывала. Сейчас вроде нормально. Машинка сейчас тестируется. Блин, я сейчас оладушки сделаю. Повешу белье, и она сейчас должна скоро вот приехать. Не знаю, что еще будем делать, но что-нибудь придумаем. Всем привет! Вчерашний влог не доснимала. Мы ездили в Макдональдс, попили кофе, съели бабулки, вернулись домой, пока головы намыли. Вот. Так поговорили и легли уже. Поэтому сегодня продолжение. У нас сегодня какой день недели там? Пятница уже. Единственное, что меня всегда радует, если я всегда рано встаю, это мне не надо ни на какую учебу, ни в школу, ни в колледж. Вот это меня прям, меня душу греет. И пофиг, что я рано встаю. Мне не нужно отсиживать пары, учить конспекты. Вообще пофигу. Вот, у нас на улице дождь, и вчера весь вечер шел он. Уже прям все, теплые деньки закончились. Пришла настоящая осень. У нас еще пока мало времени. И я жду, когда пойду на работу. Сегодня придет мне еще посылочка, но это очевидно, что там будет, какая одна из посылок будет точно. Поэтому как придут, вместе откроем. Я уже на работе купила йогурт. Обычно натуральный сейчас хочу скушать. Хотя я завтракала очень плотно, но просто мне эта баночка потом понадобится. Я открыла, не поняла, думала, он просроченный. Хотела сначала желе такое есть в баночках. Потом думала, лучше йогурт. Пахнет вроде нормально. Вот, такие дела. Что-то сегодня как-то привыкла, когда работать каждый день. Мне кажется, даже легче ходилось. И сегодня пошла на работу, прям уже такая, так неохота. Так я думаю, хоть бы товара на Валбересе не было. А тут всего два товара. Он такой, ну ладно, даже неплохо. Сейчас загрузится система, надо будет принять. Так, вот что я заказала, в общем, картину по номерам, вот такая картинка. Она, конечно, не на холсте, что печально, это просто такой картон, как бы. Но, знаете, за такую цену, за 200 рублей, это вообще сказка. На работе сейчас буду рисовать. И вот такой чай Тесс, никогда такой не пробовала, сейчас как раз чай еще не пила, вот сейчас с ним заварю. И книга, сейчас покажу, какая. Но она вчера приходила мне, вот. Это уже как раз идет серия, которая такая вот.
Время 5:30, а уже вот такая темнота. А я сижу, дочитываю вот этот роман. Ну, не роман, а как он? В общем, эту книгу. Сначала я раскрашиваю эту картину, но меня постоянно дергают, поэтому это невыносимо. И сегодня прям какая-то была прям за пару, у меня прям была здесь очередь. У меня здесь первый раз такое. Просто человек за человеком бесперерывно шли. Слава богу, привезли в Валберс, я спокойно его приняла, быстро, и пока никого не было. Но сегодня прям очень народу много. Я удивляюсь, что, блин, никто не работал, даже днем в рабочее время приходили. Сегодня же пятница, рабочий день. Почему все люди приходили? Вот этого не поняла. Сижу, читаю, уже хочется домой, конечно. Тем более сейчас 6:30, сейчас, наверное, 7:00 вообще никого. Ну, если будет, то у нас 3 человека 7:00. 7:00 народу будет очень мало. Вот так. Порисовала я, в общем, здесь чуть-чуть. И мне здесь неудобно, потому что меня все дергают. Поэтому заберу домой тоже чай. Сейчас нужно убрать все. И коробки вот эти тоже нужно сейчас сложить. А так, собственно, все, время 8:30. Сейчас как раз уберу. Коробки уберу, соберу домой вещи свои, которые остались. И все, можно будет идти домой. Такой вот рабочий день у меня. Всем пока!